такой же дадут жукет. Не сопротивляйся. Свои проблемы. Незаконно уволили с органов внутренних дел. Полковник Жакьянов. Станция Уральск. Я в безвыходном положении, на это никто меня не слушает. Пожалуйста. Я одиночный пикет. У вас разрешение есть? Одиночный пикет. Одиночный пикет. Вы должны все заявление. Согласно закону. Закон. 17 марта 95 года. Номер 21-26. Закон о мирных собраниях. Прошу вас. Я разъясняю закон. Вы отказываетесь прекратить свою деятельность? Уважаемый. Он писал, вы отказали. Отказываетесь? А время, да, работать. Он не имеет выполнять свое конституционное право. Пристроить статья. Можно пройти в отчимат и решить 8 против. Это у меня... Вы к нам обращались? Давайте, да. Уберите суд, пока. Пойдемте. Уберите плакат. Уберите суд. Мои проблемы. Уберите плакат. Пройдемте в Акимат. Право. Вы отказываетесь? Право. Вот смотрите. 32-я статья. Жергілікті атқарушы органға келгенде. Мен сізге оқимын ба? Осы екінші статьяны конституция. Мен сізбен сөйлесіп отқан жоқпын. Азаматтар бейбіт әрі қарусыз жиналуға. Мен азаматтың сөйлесіп бар. Сіз қазір заңға сәйкес. Я не знаю, что это. Сіз өтініш жазған жоқсыз. Мен отдыхаю. Вам объяснили сейчас? Я отдыхаю. Кто объяснил? Прокурор не объяснил. Кто объяснил? Вы никто не говорит. Вы не сотрудник полиции. Вы контор власти. У вас там будет структура. А вы кто такой, гражданский? Это кто такой? Кто такой? Вы кто такие? Вы кто такие? Это гражданские. Кто такие? Не сопротивляйтесь. Препятствовать не надо органам. Почему? Вы... Что такие они? Сотрудники. Альберт. Не надо. Вот тоже. Вы кто такие, гражданские? Альберт. Кто такие это? Вы кто такие? Вы кто такие? Документ покажите. Кто такие? Руки уберите. Кто такие они? Руки уберите. Документ покажите, пускай. А? Кто руки такие уберите. Они? Рекетеры или бандиты? Кто такие они? Как ваша фамилия? Вас задержали незаконно. Гражданский. Да. Кто такие это? Кто такие? Не представьте. Где форма? Гражданские задерживают. На каком основании гражданские задерживают его? А? Кто здесь команда дает? Кто здесь команда дает? Кто старше здесь? Кто старше? Ну кто такие гражданские? А? У вас формы нет.
Как ты знаешь, это бандиты будут. Собирайте вас. Говорит, принеси. Не надо. Я. Не надо тут, не надо. Сережа. Перед тут руководство ответит. Да. Почему гражданские задерживаются? Следа останутся. Трампу. Да, Трампу. Вы кто такие? Представьте. Вот, снимайте. Интернет отправили. Сайт министру Косырьеву отправили. А если нет, сотрудник? Документы они не показали. Они показали. Гражданки. Схватили. Они гражданки. Уважаемые, не надо провокации заниматься. Нет, нет. Я не провоцирую. Я спрашиваю. Это мое конституционное право. Вы нарушаете его конституционное право. Незаконно задерживаете. Он выполняет свое право конституционное. 32-я статья Конституции Республики Казахстан. Кто такие задерживают? Они не представились. Где их документы? Где ваши документы? Покажите. Документы покажите. Кто такие они? Вы имеете право задерживать. Они какое имеют право, гражданские? На каком основании задержали? Вы объясните. На каком основании? Кто отдал приказ вам? Они почему схватили по вашим указанию, да? Вы дали. Интересно. Гражданский задерживается. Парадокс. 2018 года мы находимся возле центрального. Да, первый раз такой сталкиваюсь. Гражданский задерживает. Полиция задерживает. Да. Протеста, плакат это ваше личное имущество. Они не имеют права отбирать. Они ответят, я жалобу запишу в прокуратуру. Какие-то гражданские задерживают. 31 мая происходит задержание в городе Уральске возле памятника репрессированных неизвестными лицами в гражданском, которые не предъявили никакого документа, удостоверения, осуществили захват мирного протестующего человека, одиночный пикет. Беспредел. Не полицейский, а гражданский. Надо напомнить, в 1997 году президент Назарбаев объявил 31 мая день репрессий. Это трагическая дата. При этом полицейские не предпринимают никаких действий в отношении неизвестных лиц, которые осуществили захват человека. Все, полицай, сейчас все объясню, все. Стоите. Куда ведете? Куда ведете? Стоите. Куда ведете? Нет, куда ведете? Через Трампур. Ага. Жалко пищи. Куда ведете? Здесь одиночный пикет. Ергази вышел, одиночный пикет. Его задержали, вы видели, гражданские. Угу. Непонятно, кто они такие, документы не показали, не представились. Они гражданки. Мы в шоке. А сержант подходит, говорит, это наши сотрудники, задержите. Сержант приказ отдает, это гражданские. Какова они причина? Схватили. Какова причина протеста? Протест – это причина, незаконно уволили его. Он 20 лет работал в органах полиции. Его незаконно уволили. Экспертиза, все документы у него есть. Моча проверили, кровь проверили, то у него алкоголя нет. Все равно его уволили. Это коррупционная схема там. А теперь он иск подает в суд, суд определенным отказывает рассматривать это дело. Апелляционный порядок тоже определенно отказали. Мне все документы собрали. Мы жалобу писали прокуратуру. Теперь ждем ответ прокуратуры. А формулировку уволили за что его? Нарушение служебного порядка, по-моему. Он считает, что его незаконно. Незаконно. Да? Документы все экспертизы проверили после этого. Все документы есть у меня экспертизы. А почему вот в этот день он вышел? А он вышел как пострадавший. Mm-hmm. Он считает, это система его, у него плакаты все ясно указаны. Mm-hmm. Плакаты это отвечает на ваш вопрос. Он в суде искал справедливости. Вместо справедливости получил такой ответ. Мы почему идем в суд? Мы ищем в суде справедливость. Они ссылаются на закон свой. Боятся цепной реакции. Угу. Бородам шоссе, пипец, ёлки. Да.
Да. Уже это просто по ничего не сделать, а по одному они, по одному. Вот поэтому они по одному ловят. Да. Да. Боятся реакции одного человека. Боятся цепной реакции. Хорошо, что он не держал «Свободу Макс Мукаева» плакат. Как раз такой плакат он был держать. Если я буду держать, вот они сразу, без разговора, ходят, да? Дадут. На определенном расстоянии, да? Не уходят дальше. Вот у них, наверное, здесь где-то что-то есть, какой-то есть. Причиндал, да? Что послушивают или что-то, записывают. Мы-то разговариваем, сидим, например, на скамейке. Да. Они, наверное, слушают. Потому что они дальше определенного расстояния туда не уходят. Можно было даже вот сюда сесть, в машину, да? Нет, он ходил, вертелся где-то. И так всегда.